Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господь с вами. И с Духом Твоим. Так, братья и сестры, сейчас мы собираемся вместе Иисус, чтобы праздновать это святое место, чтобы подарить сам себя вместе Иисус, чтобы не было только Его жертва, но тоже и наши. И поэтому сейчас, когда начинаем это место, еще раз мы помним о наших грехах, мы просим Бога прощения. Исповедую Богу всемогущему и вам, братья и сестры, что я много согрешил мыслью, словом, делом и несовершением добра по моей величайшей вине. Поэтому прошу блаженную Преснодеву Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, молиться обо мне, Господу Богу нашему, да помилует нас всемогущий Бог и простив грехи наши, да приведет нас к жизни вечной. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Помолимся. Боже, удостоивший нас искупления и усыновления, презри милостиво на детей, возлюбленных Тобою, чтобы верующие во Христа обрели истинную свободу и наследие вечное. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобою живет и царствует, в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Чтение из послания святого апостола Павла Колоссянам. Братья, как вы приняли Христа и Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении. В нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, поставив нам всем грехи, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Слово Божие. Благодарение Богу. Благ Господь ко всем. Благ Господь ко всем. Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Благ Господь ко всем. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Благ Господь ко всем. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои, да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем.
благ Господь ко всем. Я вас избрал, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, говорит Господь. Господь с вами. И с Духом Твоим. Чтение Святого Евангелия от Луки. Слава Тебе, Господи. В те дни вошел Иисус на гору помолиться и пробил всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, братья его, Якова, Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Якова, Алфея, и Симона, прозываемого Зелотом, Иуда, Яковлева, Иуда Искариота, который потом сделался предателем. И, сойдя с ним, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидионских, которые пришли послушать его и исцеляться от болезней своих, также и страждущие, и от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила, и исцеляли всех. Слово Господне. Хвала Тебе, Христе. Это интересно. На духовной жизни, не знаю, как священник я встречу это постоянно, люди, кто думает, что все как автоматически на духовном жизни. Бог должен нам все дать и все. Но даже на жизнь Иисуса мы видим, что Он был всю ночь на молитве. Когда мы говорим о духовной жизни, молитва – это самое-самое важное, что есть. И даже Иисус помолился всю ночь, чтобы приготовиться за этот момент, когда Он выбрал свои апостолы. И после этого, чтобы Он проповедовал, чтобы Он исцелял так многие из разных-разных вещей. Потому, и люди собрались вокруг Ему, потому что они чувствовали, что какая-то власть уходит к Нему. Да, здесь написано «сила», и исцеляли всех, да, потому что от Него исходила сила. Откуда эта сила? Потому что Он Бог, и все, и потому что Бог, Он имеет каждый сил, и Он все делает. Нет. Даже Иисус, мы читаем очень часто, Он брал много времени, чтобы помолиться. Как человек, потому что Он Бога человек, как человек, Ему было нужно на Его человеческой природе иметь это время на глубокой молитве с Богом. От этого ушел эта сила творить чуды. От этого ушел тоже это вдохновение, чтобы понимать,
кто Бог Отец выбрал быть апостолом. Если даже Иисус был так, тогда еще больше мы. И это очень красиво, когда мы от этого думаем, потому что иногда есть это искушение, что мы видим, что да ладно, да, я помолился и все. Я молился моей розарии и хватит. Иногда хватит, иногда нет. И поэтому это так важно, что мы учим слышать, что Бог нам скажет, как Он хочет нам помогать, когда есть эти моменты, когда мы знаем, я должен еще больше помолиться, и больше помолиться, и больше помолиться. Потому что это не так, что, не знаю, как на школу был столько часов, и все, закончил. Что касается отношения с Богом, иногда нужно больше времени, иногда меньше. Но важно это, что мы больше сердечно, мы даем Богу это внимание и время, как нужно. И тоже это мы желаем делать. Поэтому мы здесь сейчас на молитве, на святая месса, чтобы молиться вместе Иисуса. Но тоже и мы желаем молиться за всем сердцем. Мы хотим поставить все внимание наше сейчас внутри этой святая месса. И когда потом есть проблемы, и мы видим, что мы не знаем, как дальше, или что ответить, или как делать, мы будем помнить потом, а да, мне нужно только больше времени с Ним на молитве, и Он будет меня вдохновлять, чтобы понимаю, что Он желает для меня. Братья и сестры, мы народ Божий, царственное священство, потому отложив мирских помышлений, вознесем Господу Богу моление из глубины наших сердец. Спаси Боже, народ Твой. Помолимся о представителях Церкви, папе нашем Франциске и о епископе нашем Аделию. Да будут они добрыми и верными пастырями стада своего. Спаси Боже, народ Твой. Помолимся обо всех монашествующих, дабы своей жизнью в бедности, целомудрии и послушании они являли миру образ евангельского совершенства. Спаси Боже, народ Твой. Помолимся о богословах и всех ученых, дабы их труд способствовал распространению истинного богопознания в народе Божьем. Спаси, Боже, народ Твой, а всех учащихся, чтобы их прилежание в учении принесло плод процветания и благоденствия для них самих и для всего общества. Спаси, Боже, народ Твой. Призри, Господи, и о нас, здесь предстоящих. Одари нас благодатью и силою быть светом миру и свидетелями спасения. Спаси, Боже, народ Твой. Господи Иисусе, да направятся наши моления, как фимьям перед лицем Твое, и да будет благоугодно Тебе, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Аминь. Номер 67. Спешу к моей любви, все
Молитесь, братья и сестры, чтобы моя и ваша жертва была угодна Богу, Отцу Всемогущему. Да примет Господь жертву из рук Твоих во хвалу и славу имени Своего, равно и на пользу нашу и всей Церкви Своей Святой. Боже, источник истинного благочестия и мира, сподобь нас в этой жертве совершить достойное почитание Твоего величия и, причащась святых тайн, укрепить наше единство веры через Христа Господа нашего. Аминь. Господь с вами. И со Духом Твоим. Ви сердца. Имеем Иху Господа. Вас благодарим Господа Бога нашего. Достойна это и праведна. Воистину достойна и праведна, должна и спасительна. Нам всегда и везде благодарить Тебя, Святый Отче, через Иисуса Христа, Сына Твоего возлюбленного, Слово Твое, которым Ты все сотворил, посланного Тобою Спасителя нашего и Искупителя, воплотившегося Духа Святого и от Девы Рожденного. Исполняя волю Твою и обретая Тебе народ святой, Он, страдая, распростер руки на кресте, дабы разрушить смерть и явить воскресенье. И поэтому мы с ангелами и всеми святыми славу Твою возвышаем, единым глазом взывая. Свят, 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 Господь Бог Саваоф, помилуй небеса и земля. Hosanna Vishni, Blagoslovljen, Kredujši va imja Gospodne, Hosanna Vishni. Vaistinu, Sveti Gospodi, Istočnik vsjakoj svjatosti, поэтому просим освети эти дары Духом Твоим, подобно росине скидяющим, дабы они стали для нас телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа. Он же, добровольно предавая себя на страдания, взял хлеб, и Тебе вознося благодарение, преломил и подал ученикам Своим, говоря: «Примите и вкусите от Него все, ибо это есть тело мое, которое за вас будет предано». Подобным образом после вечери, взяв также чашу и вновь вознося Тебе благодарение, Он подал ученикам Своим, говоря: «Примите и пейте из нее все, ибо это есть чаша крови Моей, нового и вечного завета, которая за вас и за многих прольется в отпущение грехов. Это совершайте в память обо мне». Тайна веры. Смерть Твою возвещаем, Господи, и воскресение Твое исповедуем, доколе Ты придешь. Поэтому, вспоминая смерть и воскресение Его, Тебе, Господи, приносим хлеб жизни и чашу спасения,
и благодарим Тебя, ибо Ты удостоился стоять пред Тобою и служить Тебе. И смиренно молим, чтобы, причащаясь тела и крови Христа, мы были собраны Духом Святым воедино. Помни, Господи, о Церкви Твоей, распространенной по всей земле, и соделай ее совершенной в любви, вместе с Папой нашим Франциском и епископом нашим Аделью и всем духовенством. Помни также, братьев и сестер наших, усопших в надежде воскресения, и всех почивших в Твоем милосердии, и да пусти их в свет лица Твоего. Просим, помилуй нас всех, дабы вместе с блаженной Богородицей Девой Марией, блаженным Иосифом и ее обручником, блаженными апостолами и всеми святыми, от века Тебе угодившими, мы удостоились быть участниками вечной жизни и Тебя восхваляли и прославляли через Сына Твоего, Иисуса Христа. Через Него и с Ним и в Нем Тебе, Богу Отцу Всемогущему, в единстве Духа Святого, всякая честь и слава во все веки веков. Спасительными заповедями вдохновления и божественным наставлением на учение, Терза им говорит. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Избавь нас, просим Тебя, Господи, от всякого зла. Даруй милостивым и во дни наши, дабы укрепленные силы милосердия Твоего, мы были всегда свободны от греха и ограждены от всякого смятения, ожидая блаженного упования и пришествия Спасителя нашего Иисуса Христа. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Господи Иисусе Христе, Ты сказал апостолам Своим, «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не взирай на грехи наши, но на веру Церкви Твоей, и по воле Твоей благоволю мирить и объединить ее. Ты живущий и царствующий во веки веков. Аминь. Мир Господа будет всегда с вами. И с Духом Твоим. Дайте друг другу мир. Агнец Божий, отъемлющий грехи мира, помилуй нас. Агнец Божий, отъемлющий грехи мира, помилуй. Агнец Божий, отъемлющий грехи мира, даруй нам мир. Вот Агнец Божий, вот отъемлющий грехи мира, блаженный званый на вечеру Агнца. Господи, я не достоин, чтобы Ты вошел под кровь мою, но скажи только слово, перецелится душа моя. Thank you.
Господи, словом Твоим и небесным таинством Ты питаешь и животворишь Твоих верных, удостой нас, принимающих в стол великие дары возлюбленного Сына Твоего, стать вечными общниками Его жизни, через Христа Господа нашего. Аминь. Матерь, Тебе принадлежу отныне и навеки, с Тобою и через Тебя. Я хочу навсегда принадлежать Господу нашему, Иисусу Христу. Аминь. Господь с вами. И со Духом Твоим. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец и Сын, и Дух Святой. Аминь. Идите мне со совершим вас. Благодарение Богу. Номер 209. Есть традиция такая, для царей божественный мир, где любовь Твоя святая, как целительный родни, прибегать к Тебе с поклоном, приходить к Тебе с мольбой, воспевая, о Мадонна, о простой. Мадонна, Чарна Мадонна, покрова своим укрой. Святой Архангел Михаил, защити нас в битве против лукавств и козни дьявола, будь нам заступником, да повелит ему Господь, смиренно молим, а ты, князь небесного воинства, силой Божией вергни в ад сатану и других злых духов, бродящих по миру, на погибель душам. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа.